Дорогие друзья и болельщики, поздравляю вас с Новым годом! Пусть в вашей жизни случаются чудеса и события, которые будут значительными и красивыми. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам доброты и исполнения всех желаний. Кадерле дуслар, мин сизне яңа йыл белән кутлыйм. Бәхет, саулык һәм мәхәббәт телим. Дорогие болельщики, приходите на наши игры и с наступающим Новым годом! От всей души желаю вам крепкого здоровья, чтобы все ваши задуманные мечты и цели в этом году исполнились. А мы, в свою очередь, будем радовать вас красивой игрой и яркими победами. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, здоровья! Пускай этот год будет незабываемым! Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам всего самого наилучшего в новом 2023 году! Пускай все ваши мечты сбываются! Хочу искренне пожелать вам счастья, здоровья. Любите свое дело, как мы любим волейбол. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю волшебства, ярких впечатлений и сказочных мгновений. В Новом году желаю вам осуществления всех ваших планов и исполнения желаний. Я хочу поздравить наших юных спортсменов, пожелать им сил, побед и терпения. А самое главное, приходите на наши игры, болейте за нас. Мы вас очень любим, ждем. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Берегите себя, своих близких, совершайте свершения и победы над собой, над миром. Любите и будьте любимы! И с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом и с любовью! Ваш Динамо Акбарс! Я вот так сяду, да, как дома. Мы хотим поздравить... кого? Камера, мотор, первый пуль. Дорогие любители... А главное, никогда не сдаваться. А можно без меня? Пожалуйста. Ну, ребят, я так не знаю, это как обычно. Скажите что-нибудь хорошее, это все импровизация, это все всегда от души. Это не работает так, что вот... Даже Дана сказала, подготовься, а я ехала и думала, и все равно не получается нормальных слов. О, Господи, я вся красная, не могу. Бехетле, бехетле, саула. Бехетле, лента. Камера, мотор, дубль два. Я нервничаю, я очень нервничаю. Я не могу. Дорогие болельщики, ждем вас 13 января в... Сколько? 19:00. Дорогие болельщики, ждем вас 13 января в 18:00 на нашей домашней игре с минчанкой. Подожди, я подожди. Ух, татарскому, я же вспотела. Все, четенько. Четенько, все, спасибо большое.